Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Айсултан играет с огнем. Айсултан Назарбаев – сын Нурсултана Назарбаева. Айсултан – последние новости. Друзья, Айсултан продолжил выкладывать посты в Facebook. Вот что он написал в последнее время. «Все то, что я написал, это лишь всего 1% того, что я знаю. После остальных 99% я не знаю, как они смогут смотреть в глаза народу. Хотя они смогут, потому что совести у них нет. Мне очень жаль Динару Кулибаеву, которая столько лет молча терпит выходки своего мужа. Я ее очень сильно люблю. Она одна из немногих порядочных в семье. При ее силе воли и характере она очень сильная женщина в моих глазах. Как я уже писал, Тимур Кулибаев и Кайрат Баранбаев зарабатывают в кавычках около 700 миллионов долларов в год на одном газовом контракте с Россией, по которому казахстанский газ официально продается в Россию по заниженной цене. Так вот, из этих вот самых денег Кайрат Баранбаев переводит деньги на трассы для Гоги Ашкенази суммы в размере 100 и 200 миллионов долларов США по приказу своего шефа Тимура Кулибаева. Я сам лично видел платежи. После таких действий я не понимаю, как Кайрат Баранбаев смотрит в глаза Динары Кулибаевой. У всего этого бесстыдства нет конца. У меня вопрос. Где ваши моральные устои и насколько сбит ваш моральный компас? После моих заявлений мне интересно, как они на меня тоже повесят что-то незаконное? Эта система слишком предсказуема и извилины у них явно не работают. Мне терять нечего. Все, что у меня было, жена, дочь, сын, все это у меня отняли. Но я не дам себя ликвидировать. Под постом очень много комментариев его подписчиков. Комментарии есть как положительные, так и отрицательные. Гульманат Кабылбекова пишет. Мы все это без тебя знаем, но если это ты, то спасибо тебе. Главное остаться человеком, а эти уже давно потеряли свое лицо. Особенно Шал со своей падчерицей давно противны народу Казахстана. Просто они очень удачно взяли власть и ведут свои грязные игры уже в открытую. В любом случае придет конец, плохой или хороший. Вопрос только для кого хороший, а для кого плохой. То, что Дарига уже никогда не будет президентом, ясно как день. Народ не допустит, чтобы такая женщина правила Казахстаном. Удачи тебе, Айсултан. На вопрос про то, он пишет или нет, я все же склоняюсь, друзья, что это Айсултан. Все его посты дублируют у себя на странице Мухтара Бляза, тем самым подтверждая это. Кайрат Рахамбали пишет. Айсултан Рахат, нужен ваш прямой эфир. В противном случае, тогда этот аккаунт взломан и пишут другие люди. Но пишут тоже правду, которую в принципе и многие знают. Я тоже, конечно, не пойму, почему Айсултан то же самое не скажет на видео. Непонятно как-то. Но предполагаю, что в ближайшее время мы это узнаем. Гюльжан Баулыкова пишет. Вот скоро интернет будут блочить. Уже из-за Айсултана. Ну, блочить не блочить, но как минимум ответная реакция обязательно будет. Так как такого рода заявления, конечно, очень, я думаю, не нравится определенному кругу лиц. Это очевидно. Я думаю, что эти ответные действия и сейчас есть, только они скрыты от глаз обычного человека. В заключение, друзья, хочу сказать. На мой взгляд, пока же Айсултан свое слово держит. Он обещал рассказать правду. Это он и делает. Но делает это дозированно. И возможно, что некоторые вещи люди и так уже знали или предполагали это. Как я понимаю, интервью Дудю, видимо, уже не быть. Но Айсултан заявил, что будет интервью с Times. Но это явно серьезнее Дудя. Если же это так, то считаю, что там будут освещены действительно серьезные вопросы и озвучены неопровержимые факты. Тем самым Айсултан, как и обещал, попытается перевернуть мир. Что думаешь об этом? Если вам было интересно смотреть данный материал, то рекомендую вам подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Обязательно ставьте палец вверх, если вы хотите видеть больше подобного материала. Спасибо за поддержку канала. Мне очень приятно.